Проверка документов. Только вышел, значит? Здесь что делаешь? Живу. В этом доме, первый подъезд. Батя. Это батя мой! Успокойся, сказал! Нет никого! Понимаешь, нет! 22 человека погибло. Это вы газ, утечка была? Подождите, они что, специально нас обманывают про газ? Если мы сами это не узнаем, нам никто не расскажет. Так это из-за вас дом взорвали. Ты из-за вас и сейчас в этом. Если я отсидел, это не говорит о том, что я готов убивать, правда? Тебе квартира нужна в Москве, Халев? А если проверят? Сколько ты хочешь? 2 миллиона. И 300 тысяч сверху за то, что ты такой ублюдок. Не дай мне слово, сами разберемся. Это же они нас взорвали. Ты понимаешь, во что ты вляпался? Во что мы вляпались?